Привет, и мы лайв. Я надеюсь, меня видно, я надеюсь, меня слышно. И если вдруг есть какие-то технические проблемы, вы нам, пожалуйста, пишите. На прошлой неделе у нас был небольшой технологический коллапс. Я надеюсь, что на этой неделе у нас все хорошо, и мы проводим наше уже традиционное четверговое занятие. И мы продолжаем с вами готовиться к курсу для начинающих. Я рассказываю постоянно в каждом занятии, рассказываю о том, что у нас откроется в сентябре группа, и мы к ней усиленно готовимся. Будем для всех тех, кто учил когда-то, но очень плохо, и совсем не может говорить, совсем не может общаться, мы будем повторять, мы будем проходить все с самого начала более новым способом, я бы сказала, потому что мы решили отказаться от идеи очень жестко делить все по уровням, потому что когда вы сталкиваетесь непосредственно с английским языком, либо вы путешествуете, либо вы пытаетесь смотреть фильм, либо вы что-то читать, да, хотите, получается, что вы ошеломлены тем, что это отличается, особенно на начальных уровнях, насколько сильно это отличается от того, что вы видите в учебнике. Да, мы, конечно же, будем двигаться шаг за шагом, но в целом хотим научить вас, как правильно слышать, как правильно говорить, и именно учить то, что надо, не тратить время, там, не знаю, на лягушек годами, или кто-то мне про выдры рассказывал, да, то есть тот конкретный живой язык, который будет непосредственно использоваться в речи. Поэтому, если вы заинтересованы, записывайтесь на программу, ссылка стоит в описании. Сейчас вы можете получить доступ к вводным нескольким бесплатным урокам, а затем мы будем вас приглашать на саму программу непосредственно, и больше о программе буду рассказывать в процессе. Сегодня мы с вами говорим о произношении, потому что очень много вопросов. Ну, есть две причины, да, почему у нас произношение вызывает различного рода проблемы. Первая проблема – это то, что система в английском языке достаточно неоднозначная, да, то есть слова пишутся и произносятся разным способом, есть ряд фонетических трансформаций, есть сложности с историческим развитием, скажем так, языка, потому что действительно мы привыкли более близкое написание к произношению видеть в нашем языке, а в английском мы сегодня разберем. Есть ряд отличий, да, то, что написано, то, что звучит, не всегда совпадает. Второй момент – это то, что на произношении не всегда ставился акцент в наших традиционных, и до сих пор, к сожалению, не ставится, в наших традиционных программах. То есть мы учимся, как читать, и мы, ну, большую часть времени, конечно, тратим на грамматику. И здесь палка о двух концах, на самом деле, потому что если мы не тратим время на произношение, у нас есть проблема с восприятием на слух. То есть вот связь между ними, она логическая, она прямая. То есть если вы неправильно что-то произносите, есть 90% вероятности того, что вы это не будете слышать, потому что вы ожидаете, что человек скажет что-то по-другому. Да? И сегодня мы попробуем начать работать со звуками. Но сразу вам скажу, то есть произношением надо заниматься с самого начала и не на уровне букв. Не надо алфавит на 25-й раз повторять, я вас прошу. Я постоянно это слышу. Мне надо все повторить с алфавита. Вам нужно работать со звуками, как они живут в словах. Вам нужно учить правильное произношение слов. Окей, а не отдельных букв, а только тогда, когда они начинают жить вместе. Плюс, соответственно, складывать как можно раньше слова во фразы и в предложения, потому что там есть ряд фонетических трансформаций, которые тоже будут влиять на то, как вы это говорите, и на то, как вы это слышите. То есть учиться слушать, когда мы пытаемся позже, это тоже небольшая ошибка. Все надо делать сразу. Надо и произносить, и слышать, и понимать, и уметь самим это сказать. Окей? Значит, сегодня я буду рассказывать про звуки, которые вызывают проблемы у русскоговорящих, ну, точнее, у всех славяноговорящих. То есть, если мы говорим про всю группу славянских языков, у них есть существенные похожести в системе языков, хотя разные вроде как бы произношения.
И вот они влияют на то, как мы все славяне говорим по-английски. Я вижу... Ага, так, привет, вижу. А скажите мне, пожалуйста, кто смотрит онлайн, у нас технически все нормально, потому что у меня на экране камера не идет. Вы меня видите? Вы меня слышите? Напишите мне, пожалуйста, сразу, чтобы я понимала, что все проходит у меня по плану. Потому что если вдруг нет картинки или звука, тогда нам надо будет перегружаться. Окей, тогда пишите мне комментарии, да, по мере вот того, как вы это услышите. Если вдруг у нас что-то технически не срабатывает, я сразу же остановлю. Хорошо, и мы перегрузим на новое видео, потому что с нашими европейскими погодами постоянно техника отказывает, не выдерживает температуру за 30. Если вдруг что-то случится с живой трансляцией, я веду параллельную запись, я сразу же после окончания занятия выложу эту запись, чтобы, ну, то есть это будет уже видео, его можно будет посмотреть. То есть вы меня держите в курсе. Я вижу, что какое-то количество людей, да, смотрит онлайн, вы меня держите в курсе, получается или не получается. Не хочу в пустоту говорить, я хочу вам рассказывать. Окей, давайте будем смотреть. Я взяла для примера несколько предложений, которые достаточно простые, достаточно начинающие, можно так сказать. Но в целом здесь по факту уже начинается все то, что будет вызывать у нас проблемы. Давайте смотреть. Значит, прям пошагово, да, sentence by sentence. И потом теоретически мы с вами это суммируем. Я сразу напоминаю, что да, я рассказываю про важные вещи, которые будут на всех уровнях работать, но все эти занятия, вся эта программа направлена, конечно же, на начинающих, да, то есть мы повторяем азы. Итак, is it going to rain in the morning? Первое предложение, да? Is it going to rain in the morning? Значит, это у нас будет, да, вопрос, перевернутый программатику, будет ли дождь, или в английском языке это глагол, да, будет ли дождить, окей, утром, да, все достаточно просто. Давайте посмотрим, какие проблемы это вызвало бы у славяноязычного говорящего, изучающего английский язык. Попробуйте прочитать это предложение вот сейчас со мной вслух. Окей. Прям вслух произносите, никто не услышит. Is it going to rain in the morning? Да? Значит, первая трудность, с которой мы здесь сталкиваемся, это вот эти так называемые удлиненные гласные О. Да? То есть мы очень обескуражены тем фактом, что в английском языке буква Р наша, Р, славянская, она не согласная. То есть вот мы говорим Р, да, то есть наш голос, когда поток воздуха выходит, да, из горла, он встречает преграду. Вот попробуйте Р, да, сказать славянскую, Р, да, то есть я вибрирую, у меня язык касается неба, и воздух вталкивается в эту преграду. Это называется согласный звук. В английском языке «р» полугласный, то есть он вообще не встречает преграду, он совсем другой природы. И, конечно же, мучиться со звуком «р» мы будем, то есть буква «р» в английском языке относится к числу самых, ну, таких, самых труднопроизносимых. У нас там будет 5-6 звуков, да, которые у нас будут вызывать проблемы. И «р» будет к ним относиться. То есть мы говорим rain, делайте вот такой, да, делайте рулетик внутри, и ни в коем случае ничего не касайтесь, это не согласный звук. Rain, да, rain. Но, когда буква R попадает в середину слова, и у нас есть буквы сочетания R и O, которые теряют эту букву, то есть она стоит там в середине слова, но она просто удлиняет звук. И поэтому мы получаем а или о. Да, то есть я буду говорить
tart, да, там тартинка, например, или door, да, то есть дверь. Я, вот эта R, она у меня повлияла на качество гласного звука. Вот такого в русском языке не бывает, да, то есть мы никогда, у нас такое буквосочетание таких не происходит. Сразу, если вы хотите мне сказать про это американское, которое произносится, да, то есть когда мы говорим morning, он же тоже другой, то есть он же не такой, опять же, как в славянских языках. Там тоже очень такой специфический, ослабленный звук, и на самом деле поставить американский акцент, хотя вроде кажется легко, намного сложнее. Поэтому я преподаю британский английский, да, мы будем говорить, что в американском английском он немножечко в слабой форме присутствует, но над ним тоже надо специально работать. То есть, если вы хотите себе полностью американский акцент поставить, значит, работайте целенаправленно над всеми звуками, а не просто «р» произносите там, где в британском английском мы ее не произносим. То есть, мы встречаемся вот с этим долгим звуком, у нас получается «morning». И не надо этого бояться. Я объяснила вам природу этой комбинации, то есть, вы его вообще не произносите. «Morning». Morning, okay? И теперь смотрите, я вам писала «а» удлиняется, «о» удлиняется, а все остальные буквы меняют свою природу, и их буквосочетание с «р» будет обозначать один звук. «Э», «э», okay? И тоже не надо там пытаться «р» говорить, и ни в коем случае не надо бояться того, что три буквосочетания одинаково читаются. Бывает такое, да, в английском это распространено. Я смотрю, что это еще распространено в валлийском, который я сейчас учу, да, тут старый кельтский язык. И, соответственно, возможно, это оттуда и пришло. То есть вы должны понимать, что если вы говорите, ну, например, вот это не очень типично, ну, например, perch, fur и girl, это одно и один и тот же звук. Вы не должны этого бояться. То есть буквы написаны разные, но это один и тот же звук. Поэтому вы будете говорить perch, fur, girl. A, O, E. Три буквы сочетания, один и тот же звук. Вот этот звук E, у нас я прям буду к ним символы подставлять, он тоже относится к сложно произносимым. И как раз мы в курсе английский с нуля будем с ним отдельно работать, да, потому что очень важно, он часто встречается, его важно правильно произносить. Ну, конкретно в нашем предложении его пока нет, да, то есть вот у нас только в одном месте он попадется. Вот оно буквосочетание и а, это ы, да, то есть he bought her. Мы сюда еще придем. Он купил ей. He bought her. Вообще, в целом, нужно помнить, что это распространенный язык в английском языке. Теперь давайте смотреть. У нас тоже здесь встречается сложное буквосочетание in. Если вы не совсем нуль в английском, вы знаете, что это окончание in, оно тоже будет часто встречаться, да, потому что оно будет означать так называемую форму, образовывать так называемую форму герундия. Герундия тоже слово страшное, все его боятся. Это на самом деле просто существительно образованное глагола. Обозначает процесс. То есть, например, go идти, going ходьба, да? Morning, утро, ну это вот оттуда, а когда-то пошло have, иметь, having, имение. Вот, собственно говоря, на этом кончаются все сложности с герундием. Он просто потом участвует в разного рода отношениях прилагательных, предложениях. Sorry. И теперь давайте будем смотреть, что здесь нужно запомнить. «На» меняет свой характер немножечко под воздействием этой «г». То есть она превращается в небольшую такую «не» носовую. Я это помечу тоже звук. Вы не думайте, что в английском так много сложных буквосочетаний. Это просто я очень тщательно предложение подбирала. То есть, да, это тоже сложно, да, потому что многие говорят «мгю», да, просто. Я не знаю, у нас почти 50 акцентов английского языка, там только на островах, там 36, что ли. В некоторых
произношениях он произносится. То есть вы можете часто услышать британца, который говорит «going». Есть такое. Но в силу того, что даже если в его диалекте, даже если в его акценте этот звук произносится, это не означает, что вы его должны произносить, потому что у нас «г» – сильный звук. И вы будете либо на «х» его менять в конце, потому что мы, русские, оглушаем согласные конечные, либо вы будете его так долбить громко, что лучше не рисковать. Он должен идти вот так, going, да, и если даже британец произносит его, он скажет going. Очень такой редуцированный звук. Вы можете его сделать? Лучше делайте ум в конце, да, чуть-чуть в нос. И у нас получается going, morning, having. Туда немножко, да, having, going и так далее. Значит, мы с вами нашли три страшных вещи, да, три сложных звука, над которыми нужно будет работать, и мы обязательно будем с ними работать отдельно. Значит, первый у нас был «р», окей, второй у нас был «р», «р». Это такое небольшое движение, похожее на то, как вы соломинку держите, да, «р», «р» и «м». Вот давайте посмотрим на другие предложения и найдем вот эти трудности, которые мы уже с вами выучили в английском произношении. Итак, мы встречаем буквосочетание «ace», «a». И так как «и» у нас на конце не читается, это как раз будет тот самый случай. Поэтому тоже пытаются очень часто произносить «r», особенно в отрицаниях. Вот очень часто встречается эта проблема, когда люди видят много букв, и они, как это сказать, концептуально не согласны с тем, что это всего три звука, да? То есть написано пять букв, а читаться будет три, да? Получается, у нас будет «нто» на конце и «а» просто долго. То есть не бойтесь этого. Да, это новое, да, это странное, да, это не так, как у нас. Но ведь вы понимаете, что все языки не так, как у нас, правильно? То есть любой язык, который бы вы не изучали, он всегда будет странный, просто потому что вы к своему привыкли еще в детском возрасте, он у вас на подкорке воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Если бы вы переключались на новый язык полностью, свое подсознание, каждые 10 лет, вам бы казалось, что, ну, это следующий нормальный, да? То есть это просто факт принятия другого языка. Язык лежит в подсознании, поэтому всегда будет немножечко странно. Я вот над немецким тоже хохочу сейчас, да, шестой язык изучаю, все равно смешно. Окей, значит, это «а». Теперь давайте еще искать. Мы найдем вот эту «party», да, «party». Вот оно тоже буквосочетание «a», «a» в середине слова, поэтому я ее просто удлиню, у меня получится «party». Yeah? Party. Давайте дальше смотреть. Are you having a party this weekend? Понятно, да? У тебя будет вечеринка на эти выходные. When would it be a good time to visit? Значит, здесь у нас пока ничего. He bought her an old boat. Okay. Значит, здесь мы выяснили, что мы этот звук уже нашли. Это «r», okay? И теперь мы с вами поставим четвертый индекс, потому что это будет встречаться тоже в других предложениях. Значит, обратите внимание, что изначально буква «х» в английском языке, и мы ее вроде как бы изучаем как простую букву, да, потому что ну «х» да «х». Вы должны понимать, что она по своей природе просто, ну, так привыкли в английском, она слабее по интенсивности, акустически, она слабее нашего «х». То есть мы, когда говорим «х», «х», особенно в немецком у них еще сильнее, да, они прям грассируют этой «х» внутри, но мы тоже говорим «х» очень жестко. В английском «х» ее не слышно, это простой выдох. То есть я говорю «х», его не слышно. И практически это приводит к тому, что мы, носители славянских языков,
редко слышен звук английский в финальных позициях. То есть, когда это в начале слова, там, having, мы его как-то можем услышать, но тоже надо будет быть, всегда следить за собой, чтобы вы это having не говорили, потому что одно время, когда я очень много работала над своим языком, я все поставила, про хэ забыла, меня по хэ полили только так. То есть, это сильно очень. Что я имею в виду под финальной позицией? Смотрите, он купил ей, he bought her. Вот эта фраза, она как бы связанная. Это одна мысль. И вот когда мы говорим быстро, у нас слова начинают слипаться между собой. И не думайте, что это только в английском, французы это делают еще хуже, испанцы это тоже делают с успехом, и мы тоже это делаем на самом деле. То есть слова живут в произношении не одиночными словами, а единицами информации. И поэтому нам кажется, что они слова едят, потому что в одной единице информации, из каких бы слов она ни состояла, там будут слова более ударные и менее ударные. И поэтому здесь bot – это слово ударное, а ей – слово ему подчиняющееся. И поэтому это как бы слово находится в финальной позиции этого tone unit, да, этой единицы произношения. И это тоже одна из сложностей при изучении английского языка, то есть мы очень часто не учитываем то, как живет предложение, уровень предложения. То есть все, чему нас учили в школе, там, если вообще учили, то есть, так, бог ты мой, плюс-минус звуки как бы, да, свой. Но ведь звуки потом начнут складываться, и вы должны обязательно работать с ударением слова и с ударением предложения, если вы хотите поставить себе хорошее английское произношение. Я так вскользь это упоминаю, мы будем с этим очень много работать в начальном курсе, потому что я думаю, что этому учить надо сначала. Но если вдруг вы это пропустили, вернитесь к этому, и я буду об этом еще говорить. Это немножечко потом, но в целом вы должны учитывать, что во фразе, которая обозначает одну идею, будет одно ударение. И чем это все для нас сейчас в данный момент закончится? Это тем, что это ха, потому что она стоит после более сильного слова, и она в принципе и так-то слабая. Окей? Она съестся. Поэтому мы слышим bought her. Не bought her. Там не надо делать остановку. Нам не надо это выговаривать. Там внутри тонового юнита, как это называется, нужно это сворачивать вместе. И у меня получится he bought her. He bought her. То есть, видите, вот ха здесь, она стоит в самом начале фразы. То есть, ее так, ну, более или менее будет слышно. Хотя слабее, ну, непривычно нашему уху. Но вот здесь, извините, здесь она совсем сломается, поэтому мы будем говорить he bought her. Bought her. Окей? Вы можете это услышать. Bought him, да, он ему и так далее. То есть этого не пугайтесь. Это один из наших сложных случаев. Сейчас мы с вами номерок поставим. И на этот звук тоже нужно будет обращать внимание. Окей? Итак, мы нашли уже все то, что мы знаем. И теперь давайте посмотрим. Вот здесь все сложные звуки мы разобрали. Да? Точно? Потому что у нас еще остался один, который заслуживает своего индекса, да? Это, конечно же, звук. Да. У нас буквосочетание TH может обозначать два звука в зависимости от позиции, но они одинаковой природы и они похожие, ну то есть они однотипные, скажем так, у нас есть звонкое Z и слабое С, да, то есть глухая С.
одинаковый звук абсолютно, он произносится, когда в язык ставится, да, между зубами, и над ним мы очень сильно мучаемся. И, конечно же, его тренировать надо, потому что он звучит постоянно неправильно. То с, то з, то ф, то в. Но это з и ф. Но хорошие новости, что конкретно в нашем здесь предложении он будет стоять в слабом слове, и он будет не так явно выражен. И вот тогда как бы проблема с ним небольшая. А вот если он будет в ударной позиции стоять, там мы будем мучиться. Да, то есть вот этот звук, мы на него тоже обращаем внимание. З и С. Окей? Теперь нам осталось это предложение свести в общую картину, да? Значит, что я вам уже сказала. Единицы, которые обозначают одну, так, как это, такая фраза, которая обозначает одну единицу информации, произносится слитно. Это неминуемо происходит, то есть это подсознательный процесс native speaker. Когда он произносит что-то, да, то есть он выделяет самое важное слово во фразе, а предложение делит тоже подсознательно на фразы. Я то же самое делаю в русском, вы то же самое делаете в русском. То есть интенсивность вот так вот плавает в течение предложения, и нужно уметь разделять предложение на тонические юниты. Значит, что у меня получится? Is it going to rain? Это связанная одна фраза. Она обозначает что? Будет ли дождь? Да? То есть это по факту структура будущего времени для вот этого глагола. То есть по факту они будут одной фразой. Смотрите, что у меня будет происходить. Is it going? Is it going? Is it going? Т не выдерживает конкуренции с Г. Получится is it going? Is it going? Почти не слышно Т. Going to rain, okay? Is it going to rain? Is it going to rain? То есть вы видите, да, что в результате я все привела к слову rain. И вот этот момент, это как раз то, тоже на что нужно обращать внимание. Это называется linking. Если вы хотите гуглить и искать, как это делать. Или sentence stress. Если вы в свое время до этого не дошли, если до этого у вас либо времени не хватило, либо рук не хватило, вам обязательно над этим нужно поработать, потому что... Так, сейчас я немножечко камеру подниму, чтобы всем было хорошо видно, да? Над этим обязательно нужно поработать, на каком бы уровне английского вы ни находились. Потому что если вы делаете эти произносительные ошибки, вы будете плохо слышать, что они говорят, да? Значит, у меня получается is going to rain in the morning. Да, то есть видите тоже я что делаю. Я связываю эти слова и все веду к morning. У меня получается in the morning, in the morning. Окей? Здесь слабые звуки, здесь сильное слово. Is it going to rain in the morning? То есть правило, которое нужно выучить в английском произношении. Не надо чеканить каждый звук слога с одинаковой интенсивностью. То есть сначала в слове есть ударение внутри слова. И звук ударный будет отличаться от неударного, как я говорю, когда going, going, that is go, я его произношу, но он слабее. Поэтому вам может казаться, что они едят слоги. Нет, редукция неударного слога в английском языке намного более выражена. Is it going to rain in the morning? Is it going to rain in the morning? Okay? То есть мы базовые такие вещи, там есть еще немножечко про шипящие «ть» поговорить и так далее, но я хочу вам сейчас вот самый-самый базовый план наложить, что вам нужно делать с вашим английским произношением. Теперь давайте сюда пойдем. I'm having a party this weekend. Okay? Значит, здесь тоже наш сложный звук «з». Okay? Вот здесь вот надо сделать так, чтобы «з» и «з», ну, здесь «с», да, «с», «з», они были разные. То есть это разные звуки. «Дес», «дес», «дес». Очень быстро.
работаем с языком. Я уже, наверное, показывала это упражнение, да, как тренировать. То есть вы берете прям палец, находите предложение с этим, с этой звуковой комбинацией. Да, погуглите трудности английского произношения, и вы найдете большое количество примеров всяких разных вот этих tongue twisters, да, все очень любят скороговорки. Неважно, вы пишите себе 10 предложений со звуком «the». Поставьте себе вот так палец. Коснитесь пальцем, кончиком языка. И пытайтесь произносить «ф» или «в». То есть, когда вы пытаетесь произносить «ф», у вас получается «ц», «ц», «ц». Видите, я трогаю, да, палец своим языком? Когда вы пытаетесь произносить «в», прижимая кончик языка к пальцу, у вас получается «в», да, то есть «в», «в». И вот сидите и читайте, включите себе диктофон, не бойтесь слушать свой голос. Я часто очень слышу, да, как студенты говорят, я ненавижу свой голос, звук своего голоса, особенно по-английски, но вот вы пока к нему не привыкнете, вы не будете уверенно говорить. То есть нужно же принять это в себе, что вы перешли на другой язык, вы по-другому звучите. Ничего в этом страшного нет. Сейчас работа с диктофоном называется одним из самых действенных типов упражнений, когда вы можете ставить себе произношение, когда вы ставите себе произношение. Вы обязательно должны себя слушать. То есть если вы себя слушать не будете, ну, не хотите, да, вам неприятно. Ну, представьте, как люди мучаются. То есть, поэтому используйте эту тренировку, пользуйтесь этой возможностью технической. Да, то есть, вы включаете диктофон, ставите себе палец и пытаетесь произнести эти предложения. Один раз не получилось, ужасно, все, не успевает язык, да, то есть, вы его так сильно не выпячиваете, потому что он же быстро очень должен двигаться. This, this, this. На буквально мгновение, да. И вот так вот, если вы 5-10 раз прочитаете эти предложения, то потихонечку язык можете, палец можете убирать. То есть вот, вы уже будете следить за движениями вашего языка. То есть одной из самых больших проблем изучающих иностранные языки фонетисты профессиональные называют то, что вы не понимаете, что происходит в вашем рту. То есть вы не можете это осознать, вот вы не можете это описать, что вот у вас сейчас во рту происходит, когда вы слово «this» пытаетесь произнести. Если вы можете визуализировать движение вашего языка, это значит, что вы можете это слово произнести. Понятно, да, идея? Поэтому тренируйтесь с зеркалом, видите, да, этот кончик, записывайте себя на диктофон, и нет ничего невозможного. Я слышала очень хорошие русские акценты, где звучит как раз очень правильно этот звук «з» или «с». Okay? Ну и теперь «I'm having a party». Okay? Здесь мы тоже будем вычленять две фонетические, ну, смысловые группы. Да? «I'm having a party». Да? «This you can». То есть у нас получается «Are you having?» сюда приводите. Связочку делайте «I am having». Возможно, вам и может такое показаться, что вы слышите «I am having», «I am having», потому что вы сюда ведете, да? То есть не надо четко произносить каждое слово. Их нужно складывать во фразы. «Are you having a party?» Обратите внимание, насколько у меня «party», «a party» тоже туда пришла, да? То есть я буду еще говорить о сильных, слабых звуках. Это очень важно. Но вот на данный момент, пожалуйста, обратите внимание на то, что вот в системе sentence stress, да, ударение предложений существуют слабые и сильные слова. Окей, okay, I am having a party this weekend. Тоже здесь, да, this weekend. Окей, okay? This weekend. И здесь мы с вами нашли еще один сложный звук. Это звук W. Он у нас тоже вызывает проблемы. И его надо тоже тренировать. Он заслуживает отдельного своего суффикса. Суффикса, индекса, I'm sorry. Да, то есть вот проблема славяноговорящих зачастую состоит в том, что мы не различаем букву «в» и «в». Особенно полякам сложно, потому что у них это «в». Ну, то есть вот это написание – это «в». И они совсем путаются. Ну, у нас-то нет, в русском, например.
Поэтому вы должны помнить, что это две разные буквы. И я тоже уже рассказывала, да, это сложный звук. Мы его учимся произносить резким размыканием губ, да, weekend, weekend. Но здесь нужно вот опять же тренироваться на уровне предложений. То есть если вы найдете себе много слов с what, и их оттренируете, не факт, что вы потом в речи это будете произносить, потому что эти слова будут теряться, да, во фразах. Поэтому более продуктивно тренировать this weekend, чтобы вы следили за тем, куда после S, куда ваш рот идет. This weekend, а не просто одиночный звук. What, да? This weekend, this weekend. Итак, у меня получилось. Are you having a party this weekend? Are you having a party this weekend? И тоже обратите внимание, когда я говорю о том, что слова нужно складывать между собой. Студенты очень часто делают такую ошибку, они пытаются это как-то быстро так в кучу произнести. Я могу это сказать с низкой скоростью. I am having a party this weekend. То есть не заваливайтесь, не пытайтесь это просто быстро проговорить. То есть правила связок, да, то есть слова, как они прижимаются друг к другу, не надо как бы наговаривать. Вот у нас в музыкальной школе было понятие наигрывать. То есть, когда ты, чтобы типа не слышали твои ошибки, ты так нечетко нажимаешь на клавиши, ну, может пролететь. Вот то же самое студенты пытаются делать в фонетике. Не надо этого делать. То есть старайтесь именно найти правила, как правильно связывать слова, да, и проговаривать это на любой скорости не обязательно. То есть не наговаривайте, произносите это все равно. Просто не чеканьте на каждом слове. Окей, и вот здесь как раз мы находим с вами вот они, эти наши сложные звуки, да? When would, окей, и теперь опять смотрите, у меня начинается фраза складываться, да? When would it be a good time to visit? A good time to visit обозначает одну идею, я их сложу вместе. Но у меня что получится? When would it be? Would be? Не выдержит опять конкуренции с B. When would it be? Would it be? Okay? When would it? И даже вот это when. When what? Да? When would it be? A good time to visit. Okay? A good time to visit. Эти слова почти полноценные, и time, и visit в вашей фразе важны. Но происходит редукция служебного слова to. Это не to visit. Потому что это служебное слово для visit. Visit важно. Visit должно быть слышно. Поэтому мы говорим to visit. Okay? И здесь тоже a good time. A good time. D опять не выдерживает конкуренции с T. И это связывается a good time. A good time. Okay? When would it be a good time to visit? Я на самом деле не говорю это быстро. Вот если вы сейчас попробуете со мной повторить, возможно, вам будет сложно. Но я не говорю это быстро. Это связывает. Да, если вы не знаете про связывание, вам трудно будет. Поэтому читайте про линки, про sentence stress, и я буду обязательно тоже про это рассказывать. Итак, when would it be a good time to visit? И последнее. The last but not the least, значит, здесь я хотела еще на одну сложность типичную для славяноговорящих, изучающих английский язык указать. Это разница простых гласных и дифтонгов. То есть нам очень тяжело смириться с тем фактом, что, во-первых, одна и та же буква может обозначать разные слоги, разные звуки, sorry. Да, то есть вот когда мы с этим сталкиваемся, и в этой позиции читается так-то, а в другой позиции читается так-то, нам это неприятно. Это обозначает лишнюю работу. Это первая трудность. А вторая трудность – это то, что они не просто разные звуки обозначают, они звуки разного характера обозначают. То есть смотрите, у нас есть «э», «эй», да, буква «эй». Вот она произносится как дифтонг в своей первой вариации. И мы боимся этого дифтонга, мы не понимаем, что это такое. Ну, это же гласный звук, ну что это за дифтонги такие? Мы должны осознавать, что там два звука, и их надо
четко произносить. То есть мы пытаемся как-то, потому что нам это некомфортно, мы пытаемся что-то между делом. Нет, не бойтесь, там две части. Да, первый звук сильнее, второй слабее, но это звук, состоящий из двух частей. Поэтому мы говорим «эй», четко «эй», окей? Но с «эй» у нас еще не так много проблем. Например, это «и долго», но там ничего страшного. Потом у нас бывает, «ай». Это тоже, вот мы как-то это с немецкого слышали исторически, нам это как-то не вызывает проблем, да, это «ай», «край», четко. А потом мы встречаемся с буквой «тру». И вот она у нас почему-то вызывает очень большие проблемы. То есть мы не можем смириться с тем фактом, что это дифтон. И мы эту «у» всячески пытаемся убрать оттуда, да? Хотя на самом деле она очень важна. У нас очень много слов, которые, ну вот, не четко произносятся, хотя надо произносить очень четко, да? Мы говорим «home», «roll», «phone». Я хочу слышать эту «у» в конце вашего звука, да, когда вы его произносите. «Home», «roll», «phone». Потому что это влияет на понимание того, что вы говорите. Потому что если вы обратите внимание, у нас в английском есть слова, которые только этим звуком и отличаются. Посмотрите, я говорю «he bought», и вот здесь как раз «у» написано. И у нас вот, ну, логическое мышление. Ну как, ну «у» написано, ее надо прочитать. Нет, она из старого слова, она не произносится. Это просто «о». «О». Просто «о». Но при этом в слове «boat» как раз присутствует вот этот открытый дифтон. И мы говорим «boat». И вот смотрите, «boat», «boat». И я зачастую не понимаю, что человек говорит, когда он пытается сказать «boat», но при этом здесь «boat». Да, то есть в сознании native speaker может, например, это совсем перепутаться. Я приведу вам другие примеры слов, например, да, которые будут путаться, например, «not». «Not» – это «ноль», да, или «not» – отрицание, например. И «note», да, записка. И это разные слова, да, на самом деле. Поэтому здесь смотрите, что у нас получится. «He bought a», мы уже знаем, «he bought a an old boat». Я хочу слышать эту разницу. И как мы уже с вами научились предложение делить, «he bought a» – это первая идея, потом у меня идет «an old boat». И вот здесь мы тоже пытаемся паузу ставить, потому что мы пытаемся слова между собой друг от друга отделять. Не обязательно это делать. Вы делаете «an old boat». Да, опять не выдерживает конкуренцию с «b». Получается «an old boat». «An old boat». Окей? Вот таким образом оно все вперемешку живет в английском языке. И если вы хотите поставить себе правильный акцент в английском языке, вы должны отработать отдельные звуки, сложные звуки. Р. Где моя вторая? Окей. Р. М. В. С. И В. Да, это сложные звуки, над которыми нужно дополнительно работать. Есть еще ряд мелких различий там и согласных определенных, но начните хотя бы с этого. Второе, над чем вам нужно работать, это натурные слова, когда вы учитесь, что слог ударный и слог безударный, они произносятся один четче, второй слабее. Да, получается, мы говорим, например, heaven, да? We can't, там двойное. Вот тут у нас сильно долгих слов нет, но вот в долгих словах это начинает проявляться, да, ударение на уровне слова. И затем у вас есть ударение на уровне предложений, когда слова начинают между собой слипаться в зависимости от того, что они означают. И, соответственно, если у вас слова обозначают одну единицу информации, они будут считаться одним тоническим юнитом.
и будут произноситься вместе, важное слово будет выделяться, все служебные слова будут редуцироваться. За счет этого вам будет казаться, что ряд звуков не произносится, и за счет этого вам будет казаться такая неровная интонация. Если вы с этим разберетесь, если вы с этим позанимаетесь, вы на самом деле к этому очень быстро привыкнете, и вам будет намного лучше, проще понимать английский на слух, а слушающим вас будет гораздо приятнее слышать ваше произношение, потому что вы будете следовать как раз всем правилам произносительного английского языка. Окей, это такой небольшой summary. Я вам сейчас в последний раз прочитаю предложения, чтобы вы знали, как их правильно произносить. И, в принципе, я думаю, что как раз можно со мной потренироваться. Окей? Let's have a look. Let's have a look and let's pronounce these sentences together. Is it going to rain in the morning? Is it going to rain in the morning? Are you having a party this weekend? Are you having a party this weekend? When would it be a good time to visit? When would it be a good time to visit? He bought her an old boat. He bought her an old boat. Окей. Ну, в общем, попробовала это практически преподнести. Если есть вопросы, обязательно пишите. Видео, возможно, придется пересматривать, несколько раз останавливать. Я надеюсь, что все записалось, что все технически правильно. Но мы, естественно, будем продолжать об этом говорить, потому что внимание на слух часто становится камнем преткновения для изучающих английский язык, и мы, конечно же, хотим с этим разобраться. Если вы хотите все эти правила повторить шаг за шагом, если вы, например, их в свое время не доучили или что-то не поняли, у нас есть курс Say It Right. Он на английском языке записан, но достаточно медленно. И там я пошагово прохожу, что такое гласный, что такое согласный. Ссылочка есть в описании. Подписывайтесь на Skillshare, как обычно, 2 месяца бесплатно. И там вот в этом курсе вы пройдете все правила шаг за шагом. А в целом присоединяйтесь к программе «Английский с нуля». Будем с сентября зубрить и надеемся, что в зиме уже начнем свободно общаться по-английски. Всем хорошего вечера!